Ранним утром ни свет ни заря в Чедерлунскую примарию проникли неизвестные лица. Со слова охранника примарии, они представились проверяющими и поднялись на второй этаж. Охранник закрыл двери и последовал за ними, но остановить не смог. Не ломает его. И туда. Что я могу сделать? Меня оттолкнули наверх. Я за ними. Пока я туда ходил, за ними, они уже подготовлены были. Открывает форточку, уже включенные этот кабель, и здесь я куда же бежу, здесь уже режут. На сигналы тревожной кнопки вневедомственная охрана не отреагировала, а местная полиция прибыла, когда неизвестные лица уже скрылись. Они провели осмотр места происшествия, а флаг уже третий по счету изъяли в качестве вещественного доказательства. Горожане, оказавшиеся в примарии, расценивают ситуацию как бесконтрольную. Если, скажем так, действия нашего городского совета противозаконны, почему не наказывается горсовет или кто-либо иной? А если это все законно, почему же не принимаются меры к тем, кто снимает этот флаг, чинит такие подобные правонарушения? Спустя час одновременно стало известно, что некоторые лица, водружавшие флаг Содружества, были приглашены в полицию для дачи показаний. Задали мне пару вопросов. Кто поднял флагшток с флагом независимого государства? О скандале вокруг флага Содружества узнали и в исполнительном комитете Содружества независимых государств. С ними связалась зампримара Любовь Захария. Из той информации, какую они получили из СМИ, они поняли, что унижено достоинство флага Содружества, и они на это будут реагировать. Мы хотим поговорить, взвесить все и принять какое-то решение. В двух случаях из трех флаг снимали работники правоохранительных органов. Последний раз это тоже работа их сотрудников. Об этом сообщил комиссар Чедерлунской полиции на встрече с советниками городского совета и участниками исполнения решения. Работники полиции аргументировали свои действия законом Республики Молдова о государственном флаге, а примария и местный совет – положением о флаге Содружества независимых государств Межпарламентской ассамблеи участников Содружества. Чтобы не накалять ситуацию, примария издала распоряжение, которым в связи с давлением со стороны главного инспектората полиции приостановила свои действия по исполнению решения местного совета о поднятии флага СНГ до следующего заседания местного совета для повторного рассмотрения на предмет законности.